Колокольчик прямо со старта.
Еще шкатулочка, смотрите, у меня появилась.
Thank you.
Смотрите, я не знаю, сколько получится. У нас с 4 вечера будет кукинг-стрим. Я думаю, 3 часа он будет точно. Под час-чатинг, возможно, будет 1-1.5 часа. Может, дольше, если получится. Я-то не против подольше посидеть. Но пока не станет скучно, потом будет АСМР. Пару часиков. Johnny Depp and ex-girlfriend of
системы человека составляет, ну, короче, почти 100 тысяч километров, а окружность Земли 40 тысяч. Слизистая оболочка желудка обновляется каждые 3-4 дня. Сердцебиение женщин быстрее, чем мужчин. Диаметр аорты совпадает с диаметром огородного шланга. Так. Человек в состоянии выжить без огромной части своих внутренних органов, например, селезенки, 75% печени, 80% кишечника, желудка, почки, легкого, всех органов тазовой области. Конечно, без большей части внутренних органов жить непросто, но возможно. Воздуха во время чихания движется со скоростью 160 км в час. Полный мочевой пузырь совпадает по размеру с крупным грейпфрутом. Так. Женщины мигают в два раза чаще. За целую жизнь человек выделяет столько слюны, что ею можно заполнить 2 олимпийских бассейна. Женщины в начале беременности видят частые сны о лягушках, домашних
чаще всего по статистике сердечные приступы случаются в понедельник. Так. Сейчас тут просто все факты, которые все знают. It's Huawei. Суп. Единственная часть тела, не способная себя вылечить, вот это хреново, поэтому такие цены на стоматологию. Чтобы потерять вновь приобретенные мускулы, нужно в два раза больше времени, чем для того, чтобы набрать мышечную массу. Это хорошо. На каждом квадратном сантиметре кожи живет около 16 миллионов бактерий. Сейчас мерзкие факты будут. Внешний кожный покров человека обновляется каждые 27 дней. Так. Ежечасно мы сбрасываем около полумиллиона частиц омертвевшей кожи. Ежечасно. Отпечаток языка человека также уникален, как и отпечатки пальцев. Вот, кстати, про... Блин, грустная шутка. Любила. В организме человека достаточно железа, чтобы сплавить гвоздь длиной в 7 сантиметров. Это... Чем холоднее в спальне, тем сильнее вероятность того, что вам приснится кошмар. Я не знала этого. Уши вырабатывают больше серы, когда нам страшно. Невозможно защекотать самого себя. Подносовым желобком, для чего он нам, ученые, так и не определили.